Хотите завести енота или каракала? А может, мечтаете о лошади или поросенке? Это мечта всей моей жизни. Питаете слабость к улиткам или паукам? Мне с ними очень спокойно. Тогда приготовьтесь к трудностям. Да, их не привяжешь. Потому что эти животные потребуют максимального терпения, внимания, заботы и любви. Экзотический день. 11 июля на телеканале «Домашние животные».